и держите. С праздником вас, с праздником, с праздником. Хотим поблагодарить депутатов, администрацию, что они с нами столько поработали. Это ведь нужно устроить, организовать все. Ну, какие-то куда-то билеты выдаются, все. Нас ничто не забыто и никто не забыт. А если кто-то чем-то недоволен, но это временное явление. В основном мы не забыты. С праздником вас, здоровья вам, здоровья и здоровья. Теперь слово предоставляется заместителю главы муниципального образования Коломяги Редько Александру Алексеевичу. Уважаемые жители благодатного города, от лица депутатов муниципального собрания администрации, я также с удовольствием поздравляю вас с этим праздником, с этим великим праздником 70-летия. Вот смотрю на вас, вы такие красивые, такие молодые. Как вы смогли все это перенести, выдержать и сохранить такое выражение на лице? Выражение доброты, участия, любви. Вас научила жизнь, и вы должны научить нас, наших детей. Мы не зря в школе встречаемся. Научить тому, что вы умеете, вашему мужеству. Вы спасли наш город. Вы спасли нас. Соответственно, все дети, все внуки наши должны быть вам признательны и благодарны. Поэтому вы нам очень нужны, вы должны жить как можно дольше и как можно более активно участвовать в нашей жизни. Посмотрите, какая беда происходит сейчас на Украине. Как хорошо то, что у нас такого нет. И дай Бог, чтобы ни у кого не было такого, чтобы больше вот эта ненависть, это злоба не распространялось в нашем мире. А для этого нам нужна память. Нам нужно то, что имеете вы, и что вы можете нам передать. Спасибо вам большое, будьте здоровы, еще раз праздник. Уважаемые ветераны, сейчас я вам скажу порядок награждения, поскольку нас много, и чтобы мы долго не рассягивали сам процесс награждения. Мы будем называть фамилию, вы поднимаете руку, и к вам подойдут депутаты или ученики школы. Хорошо? Дорогие, начнем.